Ребят, привет, как ваши дела? Ничего, да? Слава богу, потихоньку. Да, у меня также. Я сегодня видео хочу записать. Недавно медитировал, а такой осознал вещь, почему люди склонны некоторые к полноте, и почему вот, ну, знаете, есть такая неестественная полнота, и человек серно себя впихивает, 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 как будто какой-то ненасытный. Да, есть некоторые причины, что это там из прошлой жизни, там кто-то умер без еды, от голода умер, кого-то не хватало еды. Вот, но я прям такую интересную параллель провел и заметил, что мне самому понравилось и захотелось видео написать. На самом деле физический голод, вот как и все наше тело, оно взаимосвязано со всеми системами в организме. Вот. И если человек переедает на физическом плане, соответственно, вот у меня тут даже все законспектировано, это значит, говорит о том, что есть еще такая сторона, как эмоциональная сторона, эмоциональный голод. Есть также интеллектуальный голод. И есть также чувственная часть у человека. То есть человек может испытывать чувственный голод. То есть вроде кажется, что человек просто, да, кушает, заедает. Ну, мы же знаем, да, кто-то там заедает стресс, кто-то заедает страхи. Вот, но вот прям так, чтобы конкретно решить этот момент, необходимо понять, а что вы в данный момент заедаете. Потому что вот у нас организм так устроен, что когда мы хотим кушать, он нам отправляет сигналы, вот, что нам кажется, мы пить хотим. Или когда мы хотим пить, он также отправляет сигналы к нам в мозг, и мы их можем интерпретировать, как будто кушать хотим. То есть можно перепутать, я о том говорю, что виды сигнала. То есть если вы получаете сигнал, вам кажется, кушать хочу, или вот это бесконечно, знаете, впихивать, впихивать, впихивать себя, то необходимо отследить. Возможно, у вас эмоциональная сторона в жизни западает, вам, ну, эмоций не хватает. Или проявить эмоции, или получить какие-то эмоции. Вот, а вы думаете, что вам, ну, надо покушать. Вот, также интеллектуальная сторона. Ну, с интеллектуальной тут намного все интереснее. То есть есть в современном информационном мире очень много инфы, и можно подумать, что интеллект зависит от количества просмотренной информации. То есть наоборот, необходимо, да, качественно подходить к информации и в определенных моментах даже отказываться от нее. То есть интеллект — это больше как, ну, действительно сходить на какие-то курсы, воплотить в жизнь, получить какой-то навык. И то есть вот человек испытывает голод, вот такой, знаете, как интеллектуальный голод, вот, и организм тоже может воспринимать это как, ну, как будто еды ему не хватает, и человек заедает этот момент. Вот. И интересный самый момент, мне тоже очень нравится, это чувственный. Человек тоже современный, из-за давления детства, из-за давления сверстников, там более успешных там каких-то людей, инстаграмеров, блогеров, тра-та-та, там думают, что вот все там должны обязательно там танцевать классно, обязательно там какой-то петь песню, там как Монсеррат Кабалье. Вот, и человек сам себе рот затыкает, сам себе затыкает проявление чувств, и ему кажется, что он недостоин, там, допустим, кому-то признаться откровенно, там, сводить жену на свидание, там, пойти на танцы, и свидание также, допустим, в каком-то интересном месте устроить. Ему кажется, что у него там недостаточно красив, недостаточно богат, там, еще чего-то недостаточно. И человек тем самым сам себе блок ставит и не проявляет вот этот свой чувственный момент. Или там вот, я хочу с женой в караоке сходить, то есть мне действительно охота там попеть, поисполнять и с женой тоже поприкалываться. То есть это действительно так вдохновляет. То есть я, да, могу в один момент подумать, что, о, я там неплохо пою. Но по большому счету, какая кому разница, кто как поет. Главное — охота это сделать. И вот пока вы вот не начнете вот сублимировать вот эти свои качества эмоциональные, чувственные, вот эту свою сторону проявлять, смотреть действительно, возможно, вам что-то необходимо подучить, возможно, какую-то сферу деятельности поменять, или где-то наоборот, вы очень много знаете, наоборот, проявить ее миру, то я более чем уверен, что это все также отражается и на вот этом физическом проявлении. То есть когда вы проявляетесь, ну, сами знаете, да, занимаетесь любимым делом, там и время быстро и бежит, летит, и вроде и кушать как бы и неохота, и вот охота вот это все делать. А вот когда наоборот вы там кушаете, заедаете, то, соответственно, вы какую-то вот из этих частей заедаете. Эмоциональную, интеллектуальную, чувственную. Вот потому что вы там себе нарисовали, типа, я смогу проявляться тогда, когда, и вот сидите, лопаете, трескаете, трескаете. То есть как создаете вокруг себя такой барьер, что у вас там никто не обидел, не оскорбил. Вот поэтому я вот такой момент увидел интересный по поводу переедания, обжорства и голода, взаимосвязь. И как бы вот логически такое
ну, то есть для чего я это все рассказал, то есть у меня логический такой, как бы, итог чего, вот, зачем я это записал, что, ну, в любом случае, да, это необходимо заметить себе, то есть, ну, толку, что я вам скажу, проявляйтесь, там, будьте там эмоциональны там, где надо, будьте интеллектуальны там, где надо, будьте чувственны, вы это не услышите. То есть необходимо, да, как говорится, дойти до дна, сесть вот лодкой на дно, вот, и не как жертва, типа, о боже мой, меня опять наказывают, а то, что понятно, что, блин, что-то как-то не прет, не идет. Вот, потому что, ну, по большому счету, состояние потока, оно включается из легкости, из наполненности, не от того, что вы там себя выматываете, выдрачиваете, вот, и позволить себе быть теми, кто вы есть. Вот, а до этого, да, умный человек, он услышит и сделает, но на самом деле все мы учимся на своем опыте, вот, поэтому желаю вам осознать вот эту взаимосвязь и начать проявлять себя.